очень важный вопрос, который нас сегодня, несмотря на то, что, прекрасно понимаете, коллеги, мы находимся в хозяйственной повестке и должны еще больше делать акцент, важна работа с нашими семьями мобилизованных. И я, с одной стороны, хочу коллег поблагодарить. Мы с добровольцами встречался, я из действительно тех, кто у нас многие из предприятий по зову сердца занимается этой работой и помогает. Отдельно хочу поблагодарить и предприятия, которые начали перестраивать свое производство в поддержку наших бойцов, наших героев мобилизованных. И вот мы были на предприятиях, там, где действительно сегодня уже занимаются пошивом. Мы должны до каждого предприятия дойти, действительно, кто сегодня готов именно по воле души и по зову сердца заниматься вопросами в помощи нашим добровольцам. Это наша общая работа, совместная. И знаю, многие наши муниципальные предприятия и со стороны подрядчиков, управляющих компаний, и от вас есть те бойцы, кто сегодня были мобилизованы. И у меня к вам просьба, если есть какие-то моменты, обязательно обращайтесь. Но важно не терять вот эти узелки вашего взаимодействия. И на это еще раз обращаю внимание. Будьте всегда на связи с нашими ребятами, с семьями. Какая помощь нужна, давайте вместе заниматься и решать эти вопросы.